Всех-всех приветствую. Приехали мы сегодня на дачу. Вчера не смогли, сегодня приехали. О, какая у нас красота. Хотела не включать, таки включила. Немножко хоть сниму. Ой, вороны, кар, 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 кар. Немножечко поснимаю все равно. Все равно. Вот такие вот сегодня у нас дела. На даче надо смородину посмотреть, есть или нет. Огурчики никто ли не собрал. Тогда соберем сами. И домой. На 11 дня домой. 7:30 мы на автобус сели. 8:30 мы будем на даче. Не будем загадывать. Как говорят, не загадывай дорогу. О, красота неземная. Ой. А кровососущие уже встречают доноров. Боже мой. Как они вьются, как они уже скорее укусить бы, да кровушки попить, заразы такие. Ой, красота. Но этот вьюнок, не дай бог, попадет на дачу, не выведешь. Красиво. Лена где-то отдыхает. А вон уже вышла. Вон она. Все, она отдыхалась. Вот, 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 вот. И вот и далее ему год. Цветает потихонечку уже этот кустарник. Все, хватит. Так быстро лето проходит, хоть и жаркое. Жарко, но сегодня пасмурно. И как-то чуть-чуть получше, правда. Липкое такое все. Но хоть солнце не палит. О. Много дач позаброшенных. Вот, видимо, вот эта малина с дач. О, даже тропинка вот вытоптана. Видно, собирают. Кому не лень. Я не люблю собирать ягоду. Это не мое, как все говорят. Это не мое. А чье? Кому-то ж надо ее собрать. Мое, не мое. Вот сюда еще есть отводка. Там дача есть. Но мухи, комары. О, вот это что-то. Кустарник уже желтый. Это, видать, старый. Вот старый быстро цветает. Уже все коричневое. Кисти. Молоденький, смотрю, зацветает еще. Еще цветет. Где молодые кустики? О, они цветут. Зинь-зинь-зинь-зинь-зинь. Как они звенят. Комары, говорят, только самочки кусаются, а самцы только звенят, пугают. Определи, вот укусит он или просто звенит. Все, вышли с дачи. Как попало. Ой, будем по лесу идти.
футболку оденем только уже подходя. Вот такой букетик я сорвала. Полная тележка огурцов. Тяжело везти. Не до съемок. Сама вон какая вымученная. Фу. Офигеть. Так что снимать нечего. Пока-пока. Тут сели на автобус. Народу очень много. Полный автобус. Мы поехали на эту конечную остановку. Потом вернемся. Потому что там было не сели. Как баня. Это конечная остановка. Собачка. Хорошо, что мы пошли на эту остановку. 40 градусов. Уже не дозировано. Хорошо, что мы пришли. Приехали на конечную с нашей остановки. Теперь уже поедем. Итак, с пересадкой. Еще вот у нас одна пересадка. Такой автобус с пересадкой. Не ложиться надо на чем-то. Не изобретаю. Не ложиться надо. Не, ну если у нас там рот 12 тысяч, а у них, господи, по миллиону то ли. И они не могут. Ну, госкорпорация Сечин, господи. В день до 5 миллионов. Сейчас будет трясти, что не будешь снимать. Пока-пока. Сижу на остановке с пересадкой. Плохо сделалось мне. Воды накупила, сижу. Автобуса нету, нету и нету. И такси не вызовешь на неостановку. Такси не хотят ехать. Ой. Хоть бы живой доехать. Фух. Уже полчаса сижу, а нашего автобуса нет. Одну бутылку выпила, полторы бутылки выпила. Из холодильника брала вроде бы в магазине. Так. Больше не поеду. Откуда я знала, что так будет? Вот раз мы ехали, тоже жарко было, но как-то обошлось. Это даже автобуса нет. Голова кружится плохо. Страх берет. Идут, идут машины. Это все не моя, не моя оказия. Ой, я уже тряпочку холодную намочила. Ой. Вот наш автобус такой. Не дождешься. Он идет, но это идет 20-й какой-то. Это не наш. Ой, и даже не возле нашу сторону. Вот жизнь, а? Такая жара, автобусы полные людьми, полные. Когда же он придет-то? И нету даже до Ленкиной остановки, надо было сразу на пятерку садиться. Я думала, даже 101-го нету. В нашу сторону хотя бы. И там пешком бы дошла. Нету. Вот так вот. С пересадками ехать.
Боже мой, боже мой. Пустынно. 2 часа дня. Показать-то особо нечего. Ну, зашла сюда, вот воды купила. А у них теплая, без газа, с газом, с холодильника. А с холодильника тоже чуть-чуть холодненькая. Ой. Ну, взяла с газом, что ж теперь. Она уже у меня, уже теплая. Ой, больше не поеду. Ой, с горем пополам добралась до дому. И даже не такой автобус, что до дому, а еще надо было идти пешком. Мой автобус так и не пришел. Ой, боже мой, боже мой. Ну вот показываю смородина. Ну, 4 литра, наверное. Вот такая чай. Дуршлаг такой тяжелый. 4 литра, наверное. Я ее помыла уже. Вот. Ну, немножко малины собрала. Это какая-то вот интересная, это не красная, какая-то малина странная. Чесночку дернула, чеснок не особо. Какой тут маленький, вот один только. Ничего, эти вот маленькие. Но все-таки засолить пойдет. Укроп тоже вот. Не растет укроп. Садим, а он не растет. Ну вот сколько есть, уже сколько это. Ой, пришла, на лавочку села. Катя, выходи, ты дома, она, выходи. Выгляни в окошко, дам тебе горошка, говорю. Она думала, мне совсем плохо. Ну, плохо было, да. Во-первых, это с утра не евшая, уже 3:30 я еще не ела. Сейчас только борщ поставила подогревать. Мне надо скорее помыть, скорее убрать. Вот это плохое качество. Себя не жалеешь. Ну, вот такой помидорчик, бычье сердце. Ну, эти сорвала, потому что мы раз в неделю приезжаем. Придешь, они уже будут порченные. Вот, ну хоть один красный созрел. Вот. Вот такие огурцы, целый таз. Я еле на тележке доперла. Тяжело, хоть и тележка, тяжело ее тащить. Ой, да еще с пересадками. А тут, когда домой-то пришла, Катюша, говорю, давай для тебя огурцов. Она, не надо, мне сам принес, я ругала его. Парю сделаю сейчас в банках огурцы. Не надо. Ой, говорю, куда ж мне их девать? Я-то с расчетом таким думала, она Кате дам. И туда-сюда разойдется. Засолить надо их холодной водой, да и все. И все дела. Ну, неохота ж выбрасывать. И буду кушать, которые здоровучие. Вот такие вот большие его. Буду чистить и кушать. Не жалея счищать. До самой середочки мягенькой. И буду кушать. И буду... Огуречная у меня будет диета. А что делать? Жалко выбрасывать. Нет. Я сейчас какие смогу замочу. Сделаю с холодным засолом. Уйдут. Не уйдут, вывалим потом. Вот нет огурцов, плохо. Много тоже как-то. Да я посадила-то сколько? Ну, 5 или 6 кустиков. Но для меня это много, а дети, видите, не приезжают. Так что я никакая стою, а вот снимаю. Такой азарт. Снять до закрытия, то там много наснимала. Немного, понемножечку, но много. Сейчас надо склеивать.
сердце выкидывает. Хорошо у меня кондиционер. Сейчас вот включила, он хорошо везде распространяет свой холод. Красота будет. Вот так вот. Вот такой. Хорошо, поедем. Все, буду заниматься. Сейчас обедать. Уже 3:30, я только обедать. Утром кашу гречневую поела, одно яйцо вареное. И чаю. Большой бокал. Обычно я маленькие кружки пью, это большой бокал выпила. Ну, ягоды маленько поклевала, пока собирала. А ягоду хорошо было собирать. Я наклоню ветку, потрясу ее, и она опадает. Потому что уже ей, как говорится, срок. Ну, некоторые попадаются, ничего страшного. Все, на этом пока-пока!